проводите целый день за компьютером, а вечером смотрите телевизор. Ваши глаза устают, краснеют, вы теряете зрение. Можно сменить образ жизни. Можно купить дорогие витамины. А можно сделать зарядку для глаз. И тогда ваши глаза опять засияют. Сейчас мы займемся прямыми и косыми мышцами глаза, при сокращении которых у нас происходит вращательное движение глазами. Итак, первое упражнение. Голова не поворачивается, и только взгляд у нас направо, налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Переводим взгляд наверх. Смотрим в правый верхний угол и в левый верхний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опускаем глаза, смотрим в правый нижний угол и в левый нижний угол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо. Постарайтесь не сбиваться с ритма и успевать под наш счет. По диагонали. Правый верхний, левый нижний угол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Не забудем про вторую диагональ. Левый верхний угол, правый нижний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Поднимаем глазки наверх и вниз. Брови не участвуют в наших движениях, только глаза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично. А теперь рисуем бабочку. Правый верхний угол, правый нижний угол. Второе крылышко, левый верхний угол, левый нижний угол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ту же бабочку, только в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. А теперь рисуем круг глазами. Широкое круговое движение глазками. Смотрим в сторону, вниз, в другую сторону и очень внимательно сверху. Продолжаем круговые движения глазами, не забывая, что привычные движения – это в сторону и вниз. А наверх мы смотрим редко, не поднимаем бровей, поэтому очень внимательно. И в другую сторону. Мы должны почувствовать, как глазное яблоко прям перекатывается по нашей глазнице. Хорошо. А теперь следующее упражнение. Ставим палец перед переносицей на расстояние 30 сантиметров и подносим к переносице. Следим все время за пальцем и от переносицы. Еще раз. Палец подносим к переносице. Глазами следим за пальчиком. И в исходное положение. И еще два раза. Палец к переносице. В исходное положение. И еще раз. Хорошо. Оставляем палец на расстоянии 30 сантиметров от переносицы. Палец стоит на уровне глаз.
Не опускаем глаза, смотрим на палец. А теперь смотрим вдаль. В зеркало на свое отражение. Продолжаем на палец, близкий фокус. А теперь в зеркало на себя, дальний фокус. И чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вот мы с вами и справились.